Всем здравствуйте, приветствую всех на канале Дачные Советы. Сегодня у нас 13 марта, и я хочу вам показать рассаду перцев, которую, в общем-то, я пересеивала. Был снят у меня ролик, когда я сеяла перец, и, в общем-то, в грунт добавила 50% грунта у меня было, и 50% кокосового субстрата примерно, где-то даже не 50, а 1/3 была у меня кокосового субстрата, но я не прочитала инструкцию. И, в общем-то, в инструкции было указано, что при добавлении кокосового субстрата нужно добавить в грунт удобрение. Этого я не сделала. И, в общем-то, в прошлый раз у меня очень плохо взошли перцы. Ролик я этот снимала, показывала. Собственно говоря, они взойти-то взошли, но часть перцев, вот которые я пересеяла, они у меня взошли, в общем-то, с коричневыми листиками. И, конечно, я их все удалила и выбросила все. Развиваться они не будут. Корешки были хорошие, а листья были все коричневые. Пересеяла я 26 февраля. В грунт я добавила вермикулит. И, в общем-то, сюда удобрения я не добавляла, так как вермикулита я добавляю меньше. И вот, пожалуйста, видно сразу, что взошли перцы отлично, то есть виноваты были не семена. Причина была, в общем-то, в том, что я, не прочитав инструкцию, приготовила неправильный грунт. Вот, пожалуйста, номер 23, это как раз вот этот притовид, который у меня в прошлый раз весь взошел, вот этот же пакетик, который, вот сеяла я его первый раз 17 февраля, и вот второй раз 26 февраля. И вот из этого пакета он у меня вот в прошлый раз весь был с коричневыми листьями. Там, по-моему, один всего. Одно растение было у меня хорошее. Вот сейчас они взошли вновь все три. Вот один почему-то у меня сместился. Раз, два, три. Вот они все, номер 23. Вот у меня на пакетике номер 23. И, в общем-то, все вот они красивые, зеленые, все прекрасно взошли. Номер 22 – это у меня перец Колобок фирмы Аэлита Агро. Тоже вот они все три. Раз, два, три. Все три растения взошли. И, в общем-то, взошли они у меня все 5 марта. И вот все, в общем-то, зеленые хорошо развиваются. 20 номер. Это у меня Владыка. Урожай удачи. Мне эта фирма тоже, кстати, нравится. Но вот почему-то взошло из трех два пока семечко. Возможно, еще взойдет. Так как он, в общем-то, не ранний, а среднего срока созревания. Поэтому, когда перцы среднего срока созревания, они немного подольше тоже всходят. Следующий перчик у меня номер 18. Это Гиганта Росса фирмы Листок. Тоже вот взошло два растения из трех. Но очень они хорошенькие. Возможно, и третий взойдет. 14 номер. Это Банановый Десерт. Сибирский Сад. Взошли все три из трех. И вот как-то... Пока еще у меня только один взошел, Золотой Лапоть 16. Но он тоже, в общем-то, поздний. У него вообще 120-125 дней от всходов до начала сбора урожая. Он поздний. Поэтому я не переживаю, что он у меня еще только-только всходит. Вот первое растение взошло. Ну, Престиж, обычно фирма все хорошо у них всходит. Но надеюсь, на этой недельке у меня и два еще остальных зайдут. Я, конечно, покапаю агатом на них. Да, и вот все я, конечно, как обычно, замачивала я семена на сутки в агате. И при поливе я тоже один раз полила агатом. Но вот сегодня они у меня уже политы. Завтра подсохнет земля. И я, конечно, агатом вновь полью вот это место, где у меня не взошли семечки. Ну вот, в общем-то, вот так вот. Семена, значит, у нас были хорошие. Вот посмотрите, какая корневая система. В общем-то, дело не в семенах было, то, что они у меня так взошли. Ну вот, ой, вот такая вот корневая система уже. Хотя они взошли всего 5 марта, а сегодня 13 марта. В общем-то, им всего лишь 8 дней. На этом я ролик заканчиваю. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Этот перчик я где-то, наверное, через недельку пересажу. Всем до новых встреч. Пока-пока.